Привет. Вот нашел одну интересную штуку. Тут вилочки питания не хватает на 220 вольт. Это мой первый компьютер. Точнее, игровая приставка. Самодельная. Вот. Дай бог вспомнить, каких годов, наверное. Ой-ой-ой. Помню, что микросхему я там покупал на нее за 25 рублей, а в то время я получал 126 рублей без премии. Как бы работал инженером. Вот. Вот это два таких джойстика. Вот. Вот это вот подсоединялось на вход с телевизора. Уже потом я переделал. Сначала был другой вход. Я там прям в телевизоре под распайку. А потом уже, когда пошли видики в распространение, видеовходы, тюльпаны, шнуры. Вот так. Сейчас я ее открою. Там очень все сложно внутри. 2 дня я тут с ней мудился. Ну а потом зато вот эта приставка, если бы у нее счетчик моточасов был, и могла бы она показать, сколько мы насиделись, засиживались там, не то что за полночь, до утра засиживались, до рассвета играли. Чуть позже я потом все это постараюсь показать. У меня тут тоже есть телевизоры старенькие. Постараюсь включить и показать, какая же тут была игра. Она тут не одна. Открыл крышечку. Посмотрите, как тогда все это делалось. Вот она, микросхема. Если я не вру, по-моему, Philips или кто-то она тут была. Ну тогда как бы все это стоило недешево. Или вот так, точнее, как бы вот такая вот красота. Ла-3, К-155, Ла-3. Микросхемка, вот. Такой сложный монтажик был. Как вы сами понимаете и видите, транс мотался тоже своими руками. Все тут делалось, настраивалось, проверялось. Ну, что самое смешное, на коленке она заработала сразу. Эта игра. Потом мы, наверное, недели две игрались. На бумажной коробке это все было собрано. И не дай бог, кто-то бы это все тронул. Съели бы без соли. Вот. Как сработать так с ребятами? Вот. Садились и играли. Вот. Просто аж сейчас вспоминаю, аж прям такие приятные впечатления. Вот, ну потом я надеюсь ее запустить и показать вам, что тут за интересная игра внутри скрывается. А тут не одна, несколько режимов еще. Вот, ну вот так. Пишите, кто этим занимался, что бы это могло быть. Год где-то 86-87. Тогда еще Синклеров и прочей премудрости не было, по-моему, во всяком случае. Вот. Кто в этом шарит, напишите, чтоб могло это быть.